Минут 10, 15, минут 5. Блин, чувак переволновался. Всем привет, и это мамина подборка номер 41. Да, прошлая подборочка 40-я, юбилейная, получилась мега ржачная. Димон там без остановки да, ржал. Да, так что посмотрите. Обязательно. Посмотрите ее, а это 41-я, здесь еще больше видео. Ну, может, не больше, может, столько же, не знаю. Ну, может быть, одинаковые. Да, короче, смотрим смешные видео. Для тех, кто вновь прибыл, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Мы здесь поднимаем друг другу настроение, смотрим смешные видео со всего интернета, которое для нас подобрала наша мама. Мы смеемся, а вы попробуйте не засмейтесь хотя бы разочек. Погнали! Погнали. И в конце, напишите в комментариях под видео, какое из всех посмотренных видосиков вас рассмешил. Какое видео вам понравилось больше всего. Ну что, давай уже начнем, давай не будем медлить. Да, что-то я слишком много говорю. Все, поехали. Опа. Купили собаку игрушки. Зови, танец. Оп, а где шарик-то? Ну да, не очень хорошая реакция у собаки. Опа, это что такое? Это мясо. А почему они кормят его с палочки? Ну, видимо, это где-то в Корее или в Японии. Или но вообще, я знаю, что хочу сказать, что... Остановил. Что этот котяра, мне кажется, через 30 минут выдаст точно такую же колбасу обратно, потому что... Только другого цвета. Да, потому что он не сможет ее переварить. Так что вся эта милота заканчивается вот, как только видео выключилось, кошак обратно вам все это... Чувак, крутой чувак на крутом мотоцикле. О, давай, давай, погазуй, погазуй. Окей, окей, понты. Дороже понт, как нам хороший понт дороже жареной курицы, есть поговорка. А сейчас прикинь. Смотри, смотри. Мелкий устроил подлянку. Ну куда ты лезешь? Ну куда? Ну ясно же, что он тебя сейчас пнёт. На. Чувак, нифига себе. Вот это реально чайки. Сидишь такой, ешь, и тут такая чайка. Прикинь, чайки были бы такого размера. Они бы уносили тогда не твою еду, не картошку фри, а тебя бы сразу уносили в гнездо. Училка спрашивает стих. Я, который выучил стих на уроке. Пожалуйста. Я помню чудное мгновенье. Ой, да как старается. Блин, чувак переволновался. Как явился ты передо мной. Оу. Я надеюсь, ты так на уроке не рассказываешь стихи? Нет. Ну да, вроде двоек нет по литературе. Арабские Эмираты. Оу, перенервничал чувак. Блин, ну зачем они издеваются все время над лысыми людьми? Зачем? О, ничего, будильник. Пошли вон! Это он типа поставил на таймер на снус, на это отложил еще на 5 минут. Ну да. Лайфхаки продолжаются. Блин, зачем вы мне это вынуждаете? Ой, зачем так делать? Я кушать хочу теперь. А, о, вот этот чувак, он же всегда делает, показывает, как в этих дурацких лайфхаках показывают всякую фигню. Смотри, короче. Крутые видео с лайфхаками. Здорово. Так же этот чувак. Пошел вон! Он сейчас разобьет очередной лайфхак. Ну это логично. Логично. Это просто пицца. А та центральная штучка, которая... Это дебил! Ну, я, может, слишком груб. Но вот это вот то, что он пытается извратиться, ну это бред. Вообще, как бы, знаешь, ты знаешь, зачем эта штука, да? Это за тем, чтобы типа фольгу вот так вот ложить и чтобы никуда не уходил пар. А, ну чтобы фольга не лежала на пицце. Да. Ну, чтобы она не прижималась к сыру, да? Да. А еще чтобы пар не уходил. Да, чтобы я... она была еще более запеченная. Ой, нифига себе какие. Я вот, если честно, думал просто для того, чтобы разрезанную пиццу держать посередине, но, походу, Димона версия все-таки более правильная. Вы, кстати, если знаете, то напишите, зачем эта штука. Я думаю... Похоже сейчас... на табуретку. Нет, Димон сказал, скорее всего, правильно. То, что если ее накрывают, или когда когда она в коробке, чтобы коробку не промяли и пиццу не размазали. Вот, скорее всего, правильный ответ. Нет, правильно. Я прям чувствую себя сейчас в игре как что, где, когда. Нет, просто я смотрел кулинарный канал, там где рассказывали, для чего эта штука нужна. Типа, что на нее вот так накрывают фольгу, и чтобы парень уходил, и она была более румяная.
Ну, тоже может быть. Не знаю, напишите. Он сейчас исчезнет, как Делориан. What? Чё? Как он вообще доехал? Офигеть, ты видел? Да. Он же, смотри, он же на нем едет. Он едет, чувак едет на велике, все в порядке. Я думал, сейчас какой-то скример выскочит. Приехал, смотри. И он просто у него рассыпался вообще весь. Руль в руках, колеса рассыпались, задняя часть отвалилась. Какие-то болты укатились. Я сейчас выскочит скример, и я потом полночи не буду спать. Да, ну это странно. Вот так. Ага. И чё? Да ну, это манекен просто. Фокусник какой-то, ну. Вот. Для тех, кто не знал, вот так вот этот фокус работает. Повторите дома. Опять лайфхаки. Так. И сейчас опять. Ну да, наш старый знакомый. Он мега популярный сейчас, так? Берешь бумагу, отрываешь. Он разрушает все лайфхаки. Так, на, держи, все просто. Ну вот он прав, с ним наверное, не поспоришь. Папа, наверное, он скоро еще до трум-трум доберется. Наверное. И до 5 минут крафт. Да. Умная дворняжка. У тебя там листик. О, молодец. Ты молодец, реально. Молодец. Все понимает с полуслова. Жалко только спасибо не сказал, да, за то, что ему подсказали про листик. Фу, ничего, ниндзя. А потом... Ага, и морда такая, типа, а чё, кто, чё? Наделать столько шума. Да. Дебил ты! Вот кошки, они реально, у них же бывает такой период, когда они просто гонят, вот так по дому гоняют, вообще без остановки, а потом такая выходит из-за угла. А мне интересно. Я про Люсю, и типа такая, а чё, чё случилось? А всё нормально? А-а-а, нет! Бедолага, реально. А чем ему пытаться дать сигарку? Не знаю. Мне кажется, вот этой макаке никогда не стоит играть в азартные игры. Там будет такая жесть, когда он проиграет. Ну да. Я думал, что он вот так показал. Обезьяны вышли на новый уровень развития. Кстати, это же прям как в этом фильме Rampage, который есть про большую гориллу. Там тоже горилла так показывала. Нифига у него скорость. Нифига. Это ты выходишь с кассы, пытаешься поймать, да. Помедленнее. Фильтр. Прикольный фильтр. Титаник выглядит по-новому с этим фильтром. О, нифига у чувака реакция. Ну да. Ты понял? Он его типа облил кетчупом, и до этого дошло через полчаса, что на него брызнули кетчупом. Там под током, что ли? Собаку током шибануло. И шаг над собакой угорнул. Отчаянный кот. Это, кстати, этот кот, по-моему, стал именно популярен тем, что он жрет кабачки. Он не может без кабачков, по-моему, если я не ошибаюсь. Эй, брат, на меня смотри. Залез в кадр. Ой-ой-ой. Знаете, это продолжение фильма «Маска», только типа это Майло стал маской. Да, как они там маску напяливали. Такая морда. Самое главное, что ты там пытаешься найти, чувак, это просто грязь, там нет ничего. А главное, смотри, у него глаза абсолютно чистые. Как им в глаза не попадает? Смотри, вот смотри. Сейчас он посмотрит на нас. Как ему в глаза не попадает? Вот смотри, абсолютно чистые. Просто так кристально чистые. Ну и что? Ну когда открою? Вот я так, если нырну в грязь, глаза открою, у меня полные глаза будут грязи. А у него чистые. Это очень странно. Айша! А что за сосау? Какой сосау? Это какао. Сосау. You disorient the victim. Ты дезориентируешь жертву. О, паук. Все, он дезориентирован. Можно я сегодня буду спать спокойно?
Это я когда впервые увидел паука такой. Нахрен. Когда просит шуметь? Блин. Особенно в начале. А ну, смотри, как кошка там шел, такой, да ничего, ничего, ничего. Да, я тихо-тихо, я тут мимо пройду. Ой. Сори. Еще и молока налил. Ну, реально, рукожоп, извините за выражение. Погоди. А, я знаю это видео. Котяра. Напугали котик. А, так это мойщики окон, походу. Ну, правильно? Кот вообще не ожидал. Блин, чуваки, вы чё кота напугали? Так еще и смотри. Он там еще и все жалюзи порвал. Корабль! И вы хотите спросить, много ли я получаю травм на работе? Да, слишком много. Нифига качка, да? Жесткая качка. Это я на корабле. Не дошел. Watch? Ну да, бывает. Ну что делать? Запутался во флаге. Причем такое бывает регулярно. На чуть ли не каждый год такая фигня случается. Флагом замотали. О, это же как это? Укротители змей. Да. А сейчас прикинь, они такие. В ногу. Пранканули дядю. О, нифига колоночка. Ну это прям любимая тема Димона. Тема Димона просто. Это он, короче, сам себя напугал. Что-то там рассказывает. А, это противоугонное устройство. Типа, видишь? Жесть. Ну это, блин, это жесткий прикол. Блин, если так реально сесть, это же... Короче, если садишься, тебе штырь втыкается в одно место. О нет, чувак, не делай этого! Воу-в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 оу. О, опять мастер кунг-фу какой-то. Это молоко или это майонез? Не, это просто вода. А там второе белое. Да, это не важно. Наверное, молоко. Ой, нифига за как. На. На. Панта-аресты, а не шаолинь. Помнишь, мальчика в апельсин совать палец заставляли, там нутелла была. А здесь арбуз, здесь побольше. Я понял. Это как будто бы она сейчас... А, жесть, как будто бы это она с лошади. Okay, cool. Now, take your hand off. Ну что за челленджи пошли? Так. Что за черт? Куда же я засунула руку? Ты-то чё? Как будто бы это ты руку сувала. Я просто посрался, когда она испугалась. Дал лишь сейчас собаке. Ого, смотри, Арь, смотри. Не понял. Кто это сделал? Да не я! Подставил брата. Арь. Или друга. Ого, смотри, Арь. Смотри. Скорее всего, это дружбан там лежит. Потому что хозяин может бить свою собаку, а вот дружбан не может. Да не я! Когда понял, почему сковородка была на 70-й скидке? Когда понял, почему сковородка была на 70% скидке. Ну, надо сказать, тут текст так написан, какой-то не очень грамотный человек писал. Ну ладно. Яичко. Блин, я такой голодный. Я даже это бы, наверное, сейчас съел. О, печаль. Это какой-то оливье с яйцом? Ну, это не оливье, там, походу, макароны. Да это не важно. Но...
Да, хотя сковородка не совсем развалилась. Если бы это электронная плита, то да, вот такая вот газовая, я бы... Не стал так рисковать. Свалил бы с дома и позвал пожарных. О, фу, зачем ты лижешь ей ноги? Ну да, этого и следовало ожидать, чувак. Чужие ноги, фу. Еще какие-то грязные. Ох, какой пес. Что с ним? Это же этот, бультерьер. Это походу, когда не спал сутки. О, допел еще. Прикольно. Какой злой песель. Ну да, так вроде и добрячок, а вроде и как базнит, блин, ну его нафиг. Ой! Ты что творишь? Опа, друг всегда придет на помощь. Жесть. Так что, Димон, знай, лучше не косячь дома, иначе я пылесос возьму, и мы с тобой всю квартиру отпылесосим. Это было последнее видео на сегодня. Да, обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях, какое видео вам понравилось больше всего в этой подборке. И не забывайте про наш мерч. А, да, ссылочка в описании. Обязательно заходите на наш магазин мерча, смотрите, может что-нибудь вам там приглянется. Ну, на этом на сегодня все, новые подборки впереди. А ты забыл ты еще забыл сказать, что надо подписаться. Обязательно подпишитесь на канал, на этом на сегодня все. Всем пока. Кака. Пока-ка.